Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Furious. И сейчас мы с вами отправимся еще ниже. Похоть мы проходили, чревоугодие у нас тоже было. Врата, вот, скупость. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас такое, что за скупость. 4000 километров под землей. Признаю, вы сумели далеко зайти, Фурии. Если вы остановитесь сейчас, я смогу простить ваши проступки. Мгррр. Серьезно, остановитесь сейчас же. Это уже грубо. Ничего себе, Стикс тут. Нет, мы не будем останавливаться, мы пойдем дальше. Ага, опять какие-то тут у нас привидения. Чего-то похоже на ленивцев. Ладно, будем потихоньку их разбирать. Что они тут вообще делают? Ого! Ого, ребятушки, вот это вот уже серьезная замашка. Значит, они вызывают сферы, которые стреляют огненными шарами в разные стороны. Это плохо. Мне не нравится такой подход. Единственное, что они сами по себе очень легкие и разбираются быстро. Все вроде бы. Ага, еще появились. Но уже с прикрытием. Плюс, как мы видим, у нас появились турели. Летающие. Так, значит, в красной броне и в синей. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вот никогда, блин, не любил вот стреляющих мобов. Никогда. Да что ж такое-то, ёлки-палки, они все время меня сбивают. Давайте вот этих, наверное, прибьем для начала, а потом уже займемся дальними. Когда они возле стенки, сразу такие беспомощные становятся. Отдай им свободу, они тут начнут как буянить. Так, турель, иди сюда. Ну, с этими ребятами мы справились. Но еще очень много хп, неутолимая жадность у нас. Синие все, ладно, хорошо. Как раз подстать моему танку. Давай, давай, давай. Добивай, отлично. Так, давайте вот этого подловим. Нет, он еще выжил. Готов. Ну а теперь вот эти две турелечки добомбим. Но это опять же не последние враги. Кто? Опять ленивцы? Ладно, хорошо, будем их тоже. А, и здесь еще обычные, смотрите, выбежали призраки у нас. Старого, так скажем, образца. Я с собой, ребята, взял скилл защиту. Крик не стал брать. Хочу попробовать, что из себя представляет вот эта защита. Ну, вы помните. Такая же аура, как у них появляется, но, опять же, на короткий промежуток времени мне, в принципе, не очень этого хватает, но в критической ситуации довольно неплохо спасает. Да что ж ты будешь делать? Иди сюда, мелкая шваль, а? Блин, переключила, а? Переключила на себе защиту. Давайте-ка мы тоже переключимся. И будем их здесь уже добивать конкретно. Если бы здесь не было этих турелей, все было бы намного проще. Так, последние две штуки осталось. И один призрак, да, у нас тут? Так точно. Все. Одна турель минус. Призрак тоже минус. И последняя осталась. Кстати, и прошли мы с вами, по ходу дела, уровень. Вот так вот. Сама напоролась, так скажем, на молот. О, рюкзачки, пополнили себе хп и сундучки. Так, отлично, деньги нам пригодятся. И здесь тоже должны быть деньги. Ну что, все? Фурии, вы зашли настолько далее. Бзд. Но дальше вам не пройти. Не пам щелк. Ну и... Тишина. Что-то хочет сказать, но не может. Прига, плям, кряк, вж. Контрольная точка. Так, ребят, я не понял, сейчас... Он Александретта. Это босс? Босс, ребята. Так, хорошо, давайте тогда будем бомбить этого босяру. Это у нас большая турелька. Слушайте, довольно легко, но мне кажется, что это только начало. Сейчас, наверное, раздухарится. Все, поменяла себе щит она на красный. А, смотрите, сколько
Так, тихо, не надо, не надо так шалить. Посмотрите, сколько турелей. А это еще что такое было? Я что-то не понял. Кто это так шмаляет там? Давай, Алекс, давай, 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 родная моя. Молодец. Я не врубился, кто там шмаляет по мне и откуда? Опа, вы видели? Какие-то хламоны здесь в невидимости ходят. Вот только этих мне не хватало, уругвайских чупушил. Ну-ка, иди сюда, турель. Блин, блинский. Так, ладно, хорошо. Сейчас мы ее добьем. Все, вот он этот чувачок был, который ныкается, который, в принципе, по мне стрелял. Но мне нужно как можно быстрее вот эту разбить. Александретту. Опа, еще одного выловили. Черт, Алекс, давай, вся надежда на тебя. Единственное, что у тебя нет никакой защиты. И как мы будем сейчас танка нашего резать, я ума не приложу. Давай, пока есть время. Молодец. Ты справилась, как всегда. У них тут синий щит, ребята, поэтому нужен танк нам здесь. Так. Вот что мне нравится в данный момент в Трис, что она может встать в щит и резать нашего бойца. Причем ей даже не страшны ни пули, ни суперудары, в общем, ничто. Ну, пока, соответственно, есть щит. Как он только закончится, сразу будет полный звездец. Так, ну что, ребята, почти-почти мы победили эту Александретту. Осталось совсем немножко. Так, а это еще что такое, блин? Какие-то снайперы, что ли, я не врублюсь. Шмаляет по мне. Вот, видите, ребят, вот этот щит. Ну, очень, конечно, он быстро исчезает у нас. Так-так-так-так-так, подожди. Блин, она поменяла себе эту защиту. Давай, Алекс, ну, поднапрягись, отличненько, все. Шикарно. Надеюсь, больше никого здесь не появится. Давайте мне сундук мой законный. Что в нем будет? Ага, новая карточка. ТРЛ ПВО. ПВО, дружок. Это у нас для инженера. Жаль. Я хотел, конечно, что-то для себя. Для танка или для бойца. Опачки. Новый уровень. Золото 10,5%. Теперь мы будем с вами получать. Пойдемте, наверное, немножечко с вами прикупимся, наверное, да? Сколько у нас денег? 10 тысяч. Бодибилдер. Алекс, сильнейшая фурия. А здесь у нас есть упрямый боец. Ну, я даже не знаю, нужно ли это учить нам. Талант героя. Давайте, наверное, бодибилдер изучим. Посмотрим, как это у нас будет работать потом. Так, и все, да, ребята, 3000 денег, мы больше ничего с вами не можем приобрести. Очень жаль, печалька, я бы так сказал даже. Здесь, по-моему, тоже ничего нет у нас новенького. Да, все по-старенькому. Ладно, тогда нам стоит идти на карту опять. Давайте, наверное, мы с вами еще этажом ниже спустимся. Как говорится, была не была, 5000 километров ниже уровня моря, и у нас злоба. Кто на этот раз здесь нам будет мешать? Мгр. Фурии, зачем вы продолжаете спускаться? Здесь для вас ничего нет. У меня вообще тут ничего нет. Только щенок, сериалы и миллиарды душ. Ах да, и раньше был еще алмаз. На самом деле она не так говорит, как бабка. Вы разбили мой алмаз из зависти, потому что у вас своего нет. Это так по-людски. Если бы я могла все сделать по-своему, все стали бы равны. Может быть, тогда вы перестали бы вечно драться, как глупые дети. Ну, не факт. Но откуда мне знать, что лучше? Я же просто глупая титанида, которая только и делает, что нянчится с тысячами душ каждый день. Взять их, песики. О, песики, значит? А, ну давай. Покажи мне своих псов. Неутолимая злость. Так, вижу одного пса. Два пса здесь. Каких два пса? Тут их целая куча, блин. Я, если честно, рассчитывал, что здесь будет босс, а тут у нас вот такая вот штука. Хорошо, что хоть они легкие. И просто прыгают. Ничего такого в них особенного нету. Как пиявки начали вылазить. Воу-воу-воу-воу. Ё-моё, подорвали все-таки, а. Вот как в такой куче можно разобраться, что происходит, ребята, а? С
Скажите мне, эти псы еще тут прыгают по пятам. Кстати, вот этого надо шлепнуть. Это же у нас бомбардир здесь появился. Сейчас будет опять свои бомбы метать. Но мы этого ему не позволим. Готов. Ну, а теперь собачки. Опять пиявки вылезли. Давай, Алекс. Ох ты, шикарно. Но не подбили. Опа-на, смотрите. Еще один пес вылез у нас в броне. Прыгает, прыгает, прыгает. Так, синяя и красная броня, хорошо. Я понял. Теперь оба уже в красной. Ёлки-палки, только успевай переключаться. С одной стороны, конечно, одному здесь очень тяжело играть. Потому что постоянно приходится самому переключаться. Вот. В компании, наверное, было бы намного все проще. Но компанию не так легко найти, ребята. Поэтому я прохожу один. И зато ни от кого не завишу. Когда захотел, тогда и играю. Опа. И все, что ли? Да, я-то ожидал здесь действительно мощных псов каких-то. А это шалупень какая-то подзаборная. Ну-ка, давайте посмотрим деньги. А, ребят, это, наверное, у нас была первая фаза. Сейчас, скорее всего, будет вторая. Ну, как обычно. Гррр, Фури, Стик желает вашей смерти. Рррр, гав-гав. Уи-уи. Привет, песики. Здрасте. Леон. Ага, значит, это уже будет босс у нас. Понце и Леон. Понятно. Два пса. Это уже, ребята, босс. Ну, пока ничего такого не вижу в них серьезного. Слушайте, вот этот вот белый, он задолбал. Прыгает и прыгает только. Тогда мы будем сейчас с вами вот этого разбирать в первую очередь, потому что он вообще ничего не делает. Ага, здесь, наверное, еще кто-то будет выходить, потому что на полоске жизни есть три отметины. Так, первую отметину прошли. Никто не вышел. Продолжаем разговор. Так, 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 так. Опа. Ну иди сюда, блин. Слушайте, вот этот белый, он без остановки просто прыгает. Достал на самом деле. Смущает меня, если честно, своими прыжками. Жду какого-нибудь подвоха, как обычно. Вот, в принципе, сейчас одного мы шибанем уже. Ну, дайте мне его добить. Все, отлично. Прибили. Так, остался еще один. Смотрите, он без остановки просто прыгает, как чумовой какой-то. Может, у него бешенство, а? Как же мне его так... О, подловил я его, подловил. И опять он начинает прыгать. Блин, что же мне делать? Как мне его ловить? Дайте-ка мне аптечку. Черт бы его побрал. Да успокойся ты уже на самом деле-то, а? Достал уже прыгать, я даже попасть по нему не могу, ребят. Что за дела? Все, оглушил, нет? Нет. Опять прыгает. Смотрите, он все-таки меня задевает во время прыжка. Да чтоб тебя. О, душу я из него все-таки выбил маленько. Надо как-то его ловить. А вот как у мапы контролю? Может быть, вот так вот? Ага. Сам на меня прыгает и напоролся на мой щит. Давай еще разок, сделай так. Будь другом, песик. Не смущайся. О, если бы не шипы, было бы хорошо. Да что ты, ё-моё. Вот она вся сложность, ребята, в том заключается, что он постоянно прыгает здесь. Ага, подловил я его. И опять за свою пляску принялся, а. Ну давай ты, ё-моё. Вот возле стены бы его поймать, и все, он бы оттуда никуда у нас не делся бы. А хпшки отнимает потихоньку, вы посмотрите. Так, ну... Будем, короче, его подлавливать. Накопим жизни. Опа-на, как-то он меня так сбил. Ха, получил свое. Вот-вот-вот, попался, ребята, он. Ну, сейчас я ему довольно неплохо пописал, согласитесь. Черт, его побрал. Его надо оглушать, и когда он ничего не делает, в этот момент бить. Вот он начинает опять прыгать, а. В общем, сам по себе босс этот элементарный. Особенно вот эти вот псы.
Блин, никак его не подловить, а. Во-во-во-во-во-во. Ну иди сюда, прыгай. А так вот. Ну что же, мы прошли. Давайте мне наш законный сундучок. Что интересно в нем будет? Помимо денег. О, карточка. Зима близко, вой зимы. Снаряжение, кстати. Это надо будет нам посмотреть с вами в нашем лагере. Что это за шмотка? Что она нам дает? Так, 10,5 золота. Угу. И мы, кстати, можем с вами новые скиллы изучить. Так, ну давайте посмотрим для начала вот это вот. Что дает? Дает оглушение, ребят. Оглушение. Ну, в принципе, оглушение нам тоже пригодится. Правда, неизвестно, насколько оно будет долго действовать. И как раз мы что-то можем с вами изучить. Так. Ай-яй-яй. Все хочу, ребят. Честно говоря, все хочу здесь изучить. Дзюдоист. Угу, неплохо. Да, золота у нас больше нету. 3000, грубо говоря. А на такие деньги ничего здесь не купишь. И тут у нас ересь. Это я проходить не буду. Пойду-ка я лучше схожу, наверное, на Коя. Надо его уже давным-давно валить. Мне такое ощущение, что мы как-то немножко вперед паровоза бежим. По идее, этот Стикс, наверное, будет у нас предпоследний или последний босс. А я на нее сейчас двигаюсь. Так, здесь мне не пройти. А где же у меня Кой? Я же помню прекрасно, что где-то должны быть к нему ворота. Давайте-ка мы сейчас вот здесь вот с вами глянем. Ага, вон он, ребята, вот он. Мы идем правильно к нему. Черепашечьим шагом. Здесь у нас будет босс. 2-8. Ну что же, пойдемте попробуем его накумарить. Ну? Выходи, подлый трус. Выкатилась черепаха. Кой, кажется, мы нашли тебя снова. Вы нашли меня? Как мило. Вы так увлеченно следовали за моим хвостом, что не успели поразмыслить над тем, как сумели меня догнать. Ну, хотелось бы ответить, что мы тебя догнали, потому что мы сейчас очень быстрые. Но на самом деле мы довольно медленные. Думаю, ты ждал нас, так? Да, скорее всего. Верно, а теперь посмотрим, куда приведут тебя твои умозаключения, умная девочка. Почему движущая крепость остается недвижимой во время войны? Потому что ты идиот. Потому что таково мое кредо. Другие титаны бьются и припираются по банальным причинам. У них нет принципа, они желают лишь утолить свою жажду власти. А разве ты не хочешь завоевать все человечество? Зачем ставить такие ничтожные цели? Если поставить прогресс выше всего, я могу завоевать звезды. Вы можете просто взглянуть на мое тело, чтобы понять мой громадный потенциал. Я воплощенный прогресс. Подойдите, и я покажу вам всю мощь технической мотивации. Хорошо, давай посмотрим. Фурии против Кой 2. Титан крепость Кой 2. Ага. О-о-о, тихо. Тихонько, не надо так сразу-то. Че ты... Да ладно, еще шары тут выпускает. Гаденыш. Так, какие у тебя еще спрятаны картишки в рукаве, а, Кой? Ну это понятно, что ты тут бомбишь. Это было в прошлый раз, меня этим не удивить. А это что он там запустил? Что? Так, тихо. Не пойму, что это за шарики тут. Но они ничего не делают. Ладно, ох. Ага, это значит у нас бомбочки такие были. Короче, у них истекает, ребята, время, и они взрываются. Это что еще такое? Ох, ты ничего себе, ты хорош! Во-во-во-во-во-во, ребята, жесть какая-то пошла. Так, ну-ка. Да ё-моё, ты смотри, что он творит. Давайте его нахлобучивать. Пока он там что-то запускает. О, тихо-тихо-тихо, вот от этого надо убегать. Поздно мы опомнились. Так, мне нужно рисануть обязательно своего бойца. Что ж ты будешь делать? Не дает, не дает. Давай, о, отлично, все, я спокоен, я свободен. Крутится. Давайте-ка мы его сейчас вот так щитом. Сейчас кого-то будет призывать, ребята, потому что у нас подходит деление по жизням.
Ну, естественно, по его. Сейчас он будет что-то тут вызывать. Каких-нибудь вражин, наверное, нет? Аптечка моя. Так, эти бомбы мне не нравятся. Блин, смотри-ка, как он мне легко пробил мой щит. Так, встает в защиту. Что дальше ты там придумаешь? Сбивание жара. Ничего себе ты. Так, и кого там призвал он, да? Анализ данных боя. Улучшение вооружения. Что это он там вообще придумал, я не могу понять. Тут еще вот этих вот трубачей не хватало. У них разная аура. Один синий, другой красный. Два веселых гуся. Ну что же, давайте тогда вот этого, наверное. Бум. Хорошо, мы его прибили. Короче, ребят, я так понял, вот эти трубачи дают ему непробиваемую ауру. Поэтому нужно сейчас их убивать, в первую очередь. Ну-ка, начнем вот с этого. Ноты эти еще летят. Черт подери. Да тут вообще бесполезняк какой-то. Я не знаю, что... Как тут можно вообще выжить? В таком трэше. Ну, давай, 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 боец. Ну, вставай, Алекс. Все, отлично. Да, блин, я, по-моему, здесь играю только на то, чтобы успеть отхилиться и рисануть... И рисануть своего бойца. Ну-ка. Блин, по-моему, я одного трубача подбил. Да, подбил. Еще один остался. Ой, иди сюда, блин. Стоит там, мне нужно до трис добраться. Причем еще нужно выжить как-то. Ой. Ай-яй-яй. Давай, вставай, вставай быстрее. Отлично. Так, крутится, это хорошо. Так, все, сейчас будем трубача брать на себя. Че ты там, блин, делаешь, трубач? Так, блин, только хотел разобраться с ним. Начинается вот эта вот артиллерия. Давайте бегать, юлить. Вдруг не попадет. Еще шары выпускает. Все, трубач отыгрался на дудочке. Шары этим вызвал. Ну-ну-ну-ну-ну, куда ты раскрутился? Так, давайте, если что. Ага, повезло нам. Черт подери, то один раз он бьет по земле, то два раза, не поймешь. У него какая-то непредсказуемая тактика. Ёлки, пробил щит. Но, по крайней мере, мы выжили. Мы выжили с вами. Опять артиллерия пошла. И крутиться собирается, что ли? Точно. Так, давайте. Ну, половину хп уже отобрали у него. Если так и дальше пойдет, то все шансы у нас на победу есть. Если, конечно, он тут не начнет что-нибудь придумывать. Ну, эти огненные шары, в принципе, ерунда. Вот эта вертушка тоже чушь полная. Мы раскусили. Ну... Опять артиллерия пошла. Да что ж такое-то? Без конца и края он это будет все бомбить. Шары еще летят. Справились. Справились. Крутиться начинает, ага. Когда он прячет голову в панцире, это означает, что он будет крутиться. Опять шары вызывает? Угу. Ну, в принципе, это ерунда. Так, еще одну фазу мы с вами прошли. Опять непробиваемый у него блок. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ладно, еще и солдаты здесь, что ли? Точно. Анализ данных боя. Ага, ребят, ну что, 2 секунды оглушение действует. Я думаю, что это хорошо. Так. Да что ж такое-то? Блин, с бойцами, конечно, очень тяжело, ребята, драться. Потому что они... Да эти... Блин, хотел до хпшки добежать, не получилось маленько. Аптечка он там, видите? Ого! Нифига ты тут волны запускаешь. Ой, успокойся, пожалуйста. А, здесь все хорошо. Так, давайте вот... Блин, не того, да. Именно танком нужно бомбить. Черт, 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 черт! Подбил.
Вот это мне нравится, что у меня есть супер вот этот рывок. Вау-вау-вау, понеслась волна. Ну, последний вояка. Готов. Он переключается то синий щит, то красный. Надо подбирать момент и бомбить. Так, тихо. Очень мало жизни у нас. В принципе, у него тоже не очень много. Ай-яй-яй, блин, подбил он нас. Так, Алекс, главное выживи, пожалуйста. Это офигеть, сколько мы с ним боремся. И сколько еще, наверное, предстоит. Так, давай. Аккуратненько. Мне нужно до 3 добежать в любом случае. Если еще сейчас по мне что-нибудь попадет, все, мне край. Так, давайте вот здесь вот. Все, крутится. Это мой шанс. Да, блин. Давай, добегаем. Резаем. Еще один шанс, хотел сказать, есть. Но он есть. Вовремя я все-таки успел рисануть себе Трис. Давайте теперь вот так вот сделаем. Отлично. Блин, ну дали бы мне что ли аптечку какую-нибудь. Очень мало жизни, очень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Застрял там, блин. Теперь он, значит, в красном щите. Вот только хочешь его накумарить, да? И он начинает тут такие выкрутасы делать. Очень сложно. Ай, прыгнул тоже на свою голову, дурила. Я же не знал, что он выпустит эту фигню свою. Давайте вот так вот будем стоять. Все-таки хорошо, еще раз повторю, что у нас у Трис есть вот этот вот щит, который нам дает защиту практически от всего. От любых атак. Даже можно было бы, в принципе... Ох ты, можно было бы сюда, в принципе, взять тот щит, который дает 700 там с лишним защиты. Он бы тоже здесь пригодился. Ох, тихо. Ох, чудом я нашел лазеечку. Получи, гаденыш. Так, опять бомбардировка. Сейчас, наверное, еще и ракеты пойдут. Нет? Нет, пока не идут. Переключаемся на Алекс и начинаем жарить. Так, аккуратно здесь отбегаем. Вот, началось. Причем прям по пятам. Ах, классно у меня получилось, да? Даже не задел. Блин, 2 раза он делает волну. 2 раза, а не 1. Да ёпрасоты, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы смотрите, у меня когда Алекс выходит, да, после смерти Трис, у него есть защита, и это хорошо. Мы, кстати, ее с вами изучили. А также у нас усиление атаки. Слушайте, какой-то долгий босс, но в основном мы от него убегаем, а не деремся с ним. Потому что постоянно, видите, какую-то фигню придумывает, нелепую. Так, тихо, вот стоим здесь стоим. Ну, тут немножко осталось, совсем чуть-чуть, ребята, ему. Пробуем добить. Бомбардировка опять. Главное сейчас не спешить, ребята. Потому что если... Ох, ё-моё, Алекс, где ты у меня? Ох, я даже не знаю. Не будем рисковать, ребят, не будем. Пускай он отойдет от Трис, я подойду, рисану. И продолжим бой, потому что если мы сейчас на Коя будем нападать, не дай бог он что-нибудь там этакое сотворит, и Алекс у меня погибнет, мы проиграем этот бой. Лучше переждать этот момент. Ну давай, черепаха, что ты там... Так, вот то, что нужно. Так, все, сейчас мы резаем. Ну и все, в принципе, вот давайте, ребятушки, добивать его уже. Да что ты еще сопротивляешься? Получи. И распишись. Ну, вот это я понимаю. Ба, кажется, дальше отступать мне некуда. Мне не хочется делать это. Но вы, фурии, не оставляете мне выбора. Пора явить вам мою истинную мощь. Что это такое?
Поздоровайтесь с малышом. Его взрывная сила 15 килотонн, и после знакомства с малышом от вас, от деревьев, птичек и зверюшек, останется только пепел. Прощайте, фурия, а я буду любоваться разрушением из-под своего панциря. Вот даже как. Опа-на, опа-на. И что случилось? Ах! Нет, это невозможно. Здравствуй, брат. Спасибо, что ослабил свою защиту. Лелантос, как ты достал меня? Я ведь должен быть для тебя вне предела досягаемости. Не стоит открывать свои истинные умения. Этому меня научил Минотей. Спасибо вам, Фурии. Мне бы никогда не победить Коя, если бы вы не отвлекли и не ослабили его. Лелантос. А теперь прошу меня извинить. Мне пора идти править миром. Ничего себе. Самоуверенный ублюдок, а? Это, я так понимаю, очередной у нас титан будет. Фурии, слушайте внимательно. Лелантос прячется в пустыне Атлантиды. Пустыня обширна и жестока, но вы находчивы. Я уверен, что вы победите. Слишком похоже на ловушку. А зачем мне лгать? Мерзкий предатель ударил меня в спину. Теперь я не увижу в деле моего малыша. О, злая ирония. Использовал снайперскую винтовку, которую я создал для него давным-давно. Все, ради чего я работал, пропадет. Не дайте открытиям забыться. Ну, мы как-нибудь постараемся. Пу-бз-бз-бз. Все, полетела муха. И... Да, ребята. Мы прошли с вами босса Коя. Это у нас второй босс. Ух ты, какой сундук шикарный. Трофей. Панцирь Коя. На вкус как алюминий. Интересно, кто пробовал алюминий на вкус? Наверное, Фурии. Так, миссия выполнена. Отправляемся с вами на нашу базу. И, я так понимаю, теперь мы будем охотиться за очередным титаном Лелантосом. Так, давайте-ка мы вначале глянем, что это у нас за трофей такой хороший тут. Панцирь Коя. Чинит твое радио. Чинит мое радио? Хорошо, ладно, попробуем починить его. Что у нас тут еще новенькое-то есть? По-моему, здесь мы ничего с вами нового не приобретали. Чертежей нету. Хорошо, давайте посмотрим на наше радио. Так, без звука. Статик. Full Metal Furious. Пантеон. Парабл. Что-то ничего нету. А нет, есть. Есть какая-то музычка. Но почему-то через волну идет. Это все из игры. Игровая музыка, короче, ребят. Фалой. Элис. Коис. Ладно, все, короче, я понял, ребята. А как мне это... отцепиться от этого радио? Я могу только переключать волну, а чтобы... Не пойму нифига, ребят, как это дребудень. Как мне отцепиться от него? Я вот сейчас в данный момент все кнопки нажимаю, у меня ничего не получается. Оно как присосалось ко мне. Я даже двинуться не могу, вот я только двигаю этот ползунок на радио. Так, ладно, ребята, будем с этим разбираться. Еле вырвался я из этого радио, блин, надо было нажать все кнопки почему-то. Какой-то бред, больше мы не будем его включать. Так, давайте-ка мы с вами что-нибудь изучим хорошенькое. Блин, скоро 30 уровень будет у Алекса, и она получит новое что-то для себя. Тяжеловес. Угу. Урон при прыжке у нас будет увеличен. Так, ну а ты что, старый хмырь, скажешь мне? Алмазная стена Коя остановит. Да ладно тебе, мы это уже слышали. Хоть что-нибудь новенькое бы сказал бы. Ну что, пойдемте с вами, наверное, на карту. Очень хочу посмотреть я новую локацию. Она открылась у нас, нет? Да, смотрите-ка у нас. Новая карта, и мы переходим к Фалойскому лесу. Нет, мне не нужно к Фалой. Пустыня Атлантиды. Часть пятая. Земля забвенных. После гибели Коя Фурии должны отправиться в странствие по суровым пустыням Атлантиды. Где-то посреди бескрайних песков скрывается Лелантос, титан-снайпер. Ну ничего себе, тут еще и титан-снайпер есть. Очень интересно будет на него посмотреть.
Так, что у нас тут? Мэг, ты все еще определяешь местоположение Лелантоса по дыму от его выстрелов? Я спрашиваю, потому что у меня ощущение, что мы ходим кругами. Да, у меня, кстати, тоже такое ощущение. О, нет, я по дыму перестал ориентироваться. Дым исчезает слишком быстро. Последние несколько дней меня ведет инстинкт. Хе-хе, Мэг. Все время нюхает что-то. Постоянно. Опа, выстрел. Фурии, считайте это предупредительным выстрелом. Я не знаю, зачем вы последние несколько дней сделали огромный круг, но ваши проделки меня все равно не пугают. Подожди, мы скоро увидимся с тобой, Олух, и тогда поговорим совсем по-другому. И если подойдете ближе, мой следующий выстрел вас не пощадит. Посмотрим на это. Кто еще кого будет щадить? Я снова взяла след. За мной, девочки. Как скажешь, Мэг. Пустыня Атлантиды. Опять котик мне показывает, куда нужно идти. Как будто я не знаю, что именно в этом направлении. На парашютике летит. Так, что такое? Опа-на! Так, ребята, здесь... Ага, здесь невидимые снайперы у нас. Ага, ну я их вижу. Если приглядеться, можно увидеть все-таки. Такая небольшая аура идет. Так, промашку я дал. А, вон он. Вижу, вижу, вижу я его. Взял меня на прицел, гаденыш, а? Иди сюда, лохмандей. Все? Так, кто у нас тут? Ну ладно, еще эти, блин, воины пришли. Сбил, гаденыш. А вот так вот вам нравится? Так, 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 бегут, бегут. Их тут двое, ребята, два снайпера. Промахнулись. Чепушилы. Давай, давай. Ай, не успел немножко добить. Кстати, да. Трис очень даже неплохо. Что, она покрывается щитом? Они по мне не попадут. Но она также и от вояк может укрываться, когда они хотят меня контратаковать. Единственное, что мне нужно, чтобы они сняли с себя вот эту защиту дурацкую. Так, один готов. И снайпера как-то задел. Видимо, он под удар попал. Ну что, вояка, 23 уровня. Все, отдыхаешь? Продвигаемся дальше, ребята, смотрим. Бочки с деньгами. Рюкзачок. Так, роботы пришли. Стражи. Ну что ж, давайте потихоньку. Потихоньку, потихоньку, ребята, будем сейчас. Так, и опять же здесь два снайпера. Давайте-ка мы, наверное, кому-нибудь по-быстренькому попробуем. Вот этого, наверное. Ах ты. Тут фигово, ребята. Дело в том, что нужно и этого киборга мочить, да? И снайперов этих тоже убирать. Они в инвиз уходят, и тяжело их обнаружить. Так, оглушили мы этого робота. Прыгает, прыгает. Так, ребят, я прикрываюсь щитом, если что. Блин, да как он вообще не было рядом даже этого прицела. Попал по мне, умудрился все-таки. Так, один робот готов. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ладно, беда, будем справляться. Почему у этого... Все, кончилась аура. Аура непобедимости. Черт бы тебя побрал, а. Нефиг там скрываться, а. Кстати, когда он в инвиз уходит, ну, горит. Я его вижу по огоньку. Надо будет это, кстати, на заметочку взять себе. Давайте-ка три срезанем. Отлично. Ну что, иди сюда, говнюк. Вот так вот. Сам напоролся. Ну что, у него довольно мало хп. Может быть, его разобрать все-таки? Так, давай, контрудар. И теперь наша очередь. Все, пускай валяется там. Ну что, остался только лишь у нас робот-страж. Ожог получил он. Хорошо, хоть этих снайперов больше нету. Ослабление. Вот, 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 вот так вот. Вообще шикарно получилось. Ай-яй-яй, сбил, сбил. Подожди, ребята. Сейчас, секундочку. Все, прошла волна. Добили. Ну, пропускайте меня дальше уже. Сундучок с деньгами.
Денег здесь, ребята, в этой игре много не бывает, поверьте мне. Абсолютно, каждая копейка на счету. Опять трубачи. Так, начинает тут свои песенки дудеть. Так, ладно. Ё-моё, я вообще не понимаю, кто здесь, что и как, почему. Ну-ка, 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 успеем, нет? Есть. Одного снайпера шибанули. Слушайте, довольно неплохо, что Трис у меня... Ой, Трис. Конечно же, Алекс. Алекс долго так крутится. Это очень большой плюс. Еще бы, конечно, не сбивали. А вот насчет кнопки U я так и не разобрался. Как она действует? В какой момент нужно нажимать, чтобы она срабатывала? Пару раз случайно получалось. Так, что ты тут прыгаешь? Все. Доигрался, трубочист. Уху-ху, пока довольно легко все идет. Мы с вами дальше куда-то проходим. Оу, тут уже, смотрите, какая обширная пустыня, действительно. Бескрайняя. Приближаются вражеские снайперы. Приготовьтесь к перестрелке. Что? Как вы нашли нас? А, между нами же всего несколько сантиметров. Стрелок говорит. Ну что же, давайте тогда будем бомбить. Песчаные снайперы. Ну где вы? Выходите. Блин, я не вижу, ребята, их. Пока не вижу. А, вижу, вижу, вот он. Так, их тут даже двое было. Ну, блин, чуть-чуть там не добили. Готов, один есть. Не пойму, да вроде бы не попадал по мне. Как они умудряются это все сделать, а? Ага, оглушили. Вот они вдвоем на одной линии стоят. Захотел. Да ладно, еще турели. Блин, плохо. Да ё-моё. Их тут что, целая куча, что ли, этих снайперов? Походу, да, ребята. Он тут не один, не два. Их, наверное, три или четыре снайпера здесь прыгают. Причем их тут разгляди-ка в этих потьмах. Они же невидимые, блин. Слабая аура есть, но ее как-то надо всматриваться. А когда по тебе еще турель бомбит... Это не до этого. Оп. Один есть. Так, 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 тихо, тихо. Блин, надо эту турель уничтожать. Достала она уже в корень. Ну, где этот снайпер? Вон они, вдвоем тут ходят. Ослабление получили. И все равно ныкаться сразу же. У них нет даже времени, чтобы постоять здесь. Они сразу же в инвиз уходят. Смотри, то с одной стороны, то с другой. Все, минус турель. Так, следующая появилась. Нифига, я там в перекрестный огонь попал. Где они все? Где? Вот так надо двигаться, чтобы тебе не попали. Еще и робот вышел. Ну, вообще великолепно просто, а? Два робота. Лучше не придумаешь. Надо вот эту тоже маленькую турельку сбить. Где эти снайперы все? Надо их убить как можно быстрее, потому что они достанут. Плюс еще эти роботы. За них мы браться пока не будем. Потому что они очень жирные, и бить я их буду тут до посинения. А вот снайперов этих надо уничтожать. Так, один попался мне. Горит. Типа я его не вижу. Огонек-то горит. Все, по-моему, еще один, да. Где он? Вот он, ребята, вижу я его. Ай-яй-яй-яй. Все-таки прыгнул на меня. Ну что, по крайней мере, все. Этих нету больше снайперов. Теперь давайте уже уничтожать этих дураломов. Но. Так, вот этого верхнего сейчас подобьем. Отлично. Все, Блин, последний робот остался. Так, иди сюда. Иди сюда, отойди от Трис подальше, чтобы я успел ее рисануть. Сейчас начнет, наверное, прыгать, да? Нет, повезло мне. Ну все, 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 успокойся. Землетрясение тут создает. Так, тихо. Опа, не поймал. Гори. Ожог он получил. К
Кстати, это последний, ребята, робот. Я вот смотрю на полосочку жизни наверху. Больше не должно быть никого. Оглушили. А, ослабление у нас. Хе-хе. Да, когда вешаешь на них ослабление, они вообще ватные становятся. Все, что ли? Замечательно. Да, пустыня. Это только начало ее пустыни. Я думаю, тут будет дальше вообще жарко. ТРЛ-зона. Запуск. Чем-то похоже на этого, на дрона летающего. Ладно, миссия выполнена. Замечательно. Возвращаемся к себе на базу. Думаю, у нас достаточно денег, чтобы еще что-то себе купить. А, следующим утром. Тренировки тут. Радио, радио закипело. Бззт. Проверка, проверка. Раз, два, раз, два, три. Это правильная частота? Лелантос, это ты? Кияха! Фури, это я, Лилан. Стоп, это вы уже и так поняли. Да, конечно, поняли, дурила. Фури, полагаю, я перед вами в долгу и должен поблагодарить вас. Благодаря вашей помощи больше не осталось титанов, которые могли бы соперничать со мной. Мой народ снова будет править. Этот мир ждет рассвет новой утопии. Твой народ? Какой такой народ? А я считаюсь твоим народом? Мой народ — это те, в ком течет древняя вавилонская кровь. Эта раса присягнула мне на верность давным-давно, а теперь новые семена упадут в почву, и из них восстанет новый Вавилон. Единый народ с единой культурой. Вот такие у него, ребята, мечты. Культуры сталкиваются, и различия рождают в вас, людях, ненависть. Какая ирония, вы фурии, блестящий пример ошибки сплавления рас, которой живет этот мир. Помогли мне устроить мир с новым порядком. Он хоть сам понимает, что он несет, чушь какую-то, лопочет. Ладно, ребята, поехали дальше. Значит, твое решение проблем — геноцид? Уничтожить всех других? По ходу дела, да. Серьезные проблемы требуют серьезных решений. И я говорю с вами сейчас только потому, что хочу, чтобы вы прекратили свой бессмысленный поход во имя Прометея. Его больше нет, и его место занял я. Самоуверенный, а? О нет, это я уже слышала. Ну ты ведь знаешь, мы не остановимся. Это точно, Трис. Тогда прощайте, фурии, я не буду тратить свои силы на то, чтобы охотиться на вас. Бескрайние пустыни Атлантиды расправятся с вами без моей помощи. Бззт. Ты смогла определить его частоту, Эрин? Нет, извини, слишком много помех. Нам придется искать его старым добрым способом. При помощи нюха Мэг. Блин. Да, вот такой вот, ребятушки, расклад. Так, ну что, у нас есть что-нибудь новенькое? Нету абсолютно ничего, но зато мы можем здесь, да, можем что-то изучить. Что бы нам такое выбрать, а? Скилл выучить какой-нибудь, а? Или же ХП? Даже не знаю. Давайте, наверное, изучим с вами силенки. А на этом я буду завершать свой выпуск. Дорогие мои друзья, всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. И мы уже увидимся с вами в следующей серии. Будем охотиться на нового титана. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.